Сказочные персонажи смотрят на ребят с новеньких горок и качелей. Новую детскую площадку проверяют на прочность юные жители города Щелково. Современный игровой комплекс открывают в рамках программы губернатора региона «Наше Подмосковье» на улице Беляева. Сегодня в рамках выполнения губернаторской программы «Наше Подмосковье» мы открываем третью уже по счету только в этом году в городе Щелково детский игровой центр. Буквально пару месяцев назад на месте, которое теперь заняла современная площадка, располагались игровые формы, прослужившие не одно десятилетие. Решение о строительстве нового объекта было принято после многочисленных обращений жителей. Зато теперь у ребят есть все необходимое. Площадка рассчитана на детей от 6 до 16 лет, предусмотрено специальное мягкое покрытие и игровая зона для самых маленьких. Здесь очень интересно, мы очень рады, что у нас теперь такая площадка, интересно детям играть. Мне нравится, что здесь открылась новая площадка с нормальными спортивными предметами. Мне нравится на качелях кататься. У нас те качели отрубили, нечем кататься. Да, а то у нас сняли качели, мы уже три года уже не катались на качелях. А тут вот качели есть. Ранее стояли формы, уже морально устаревшие, вызывали вопросы. Жители к нам обращались неоднократно. Улица Беляева нуждается в обновлении. И вот из средств Московской области мы получили такой подарок, за что очень благодарны. Заявление поступало, заявок от жителей невероятное множество. Мы старались, работали, и наконец-таки жители Бахчеванджи, Щелково 4, могут лицезреть такую потрясающую детскую площадку, где каждый ребенок будет счастлив. На территории Щелковского района в этом году это уже пятая детская площадка, установленная в рамках программы «Наше Подмосковье». В микрорайоне Бахчеванджи благоустройство этим не ограничится, а сейчас здесь продвигается ремонт асфальтового покрытия по программе модернизации бывших военных городков. Через 3 недели мы приступим и сделаем в самые короткие сроки. Это по центру микрорайона пешеходный тротуар, который свяжет вплоть от школы, мимо детского садика и примерно до начала улицы Беляева. Благоустройство завершено, осталось только его сохранить. На открытии нового объекта сотрудники администрации призвали ребят и их родителей бережно относиться к новой площадке. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».